Всем добрый день, девочки. Вот вы уже видели мои идеи, которые я вам показывала, да? Вот заколочка, вот желтая заколочка. Вчера я сделала вот такую заколочку. Мы с вами уже делали. Мы украшали светильники. Дальше, что мы еще делали? Делали отдельные заколочки. А теперь вот у меня пришла идея вот такая. Вот такая форма хорошо закалывать хвостик. То есть она продолговатая. Значит, смотрите, вот этот центральный цветочек я выполнила двойной, а который по бокам, это одинарные цветочки. Вот, приклеила их на кусочек фоамирана, а уже к фоамирану я прикреплю заколочку, которая защелкивается, которой очень удобно будет, например, закрепить хвостик. Вот такая идея, девочки, смотрите. Ну, это вот тоже очень простая работа, очень простая, сложного ничего нету, но она тоже смотрится интересно. И сделала я вот такую заколочку, она будет на резиночке, да? Но пока я не приклеивала резиночку, у меня пришла вот такая мысль. Рядом был плафончик, я приложила, посмотрела, и посмотрите, как будет оригинально смотреться. Вот вам еще одна новая идея. То есть, я буду его делать по принципу такому же, как я делала до этого. То есть, либо это будет корзина, либо это будет ваза для цветов. То есть, можно либо горизонтальные, либо вертикальные сделать плетеные косички, прикрепить ручку, и это будет красивая оригинальная корзина. Можно без ручки. Вот. А можно создать видимость из каких-то листиков, но серединку украсить вот так. То есть, смотрите, я вот таких должна буду сделать. Так, раз, два, три, четыре, где-то шесть. Шесть. Плюс у меня будут листочки. И плюс нижнюю часть я обработаю, ну, в виде вазы или корзины. И посмотрите, какая будет нежность, какая будет аккуратность и... Понимаете, это так изящно, это нежно, это фонарик такой будет нежный-нежный. Да, кропотливо немножко, но мне кажется, это будет того стоить. Вот такой фонарик, мои хорошие. То есть, заметили, все меньше-меньше фонарик по размеру. Ну, вот так, вот захотелось именно так сделать. Вот такие подсказочки, мои хорошие. Пожалуйста, выполняйте. Радуйте, самое главное, себя и своих близких. Всего доброго, до скорой встречи.